На холоде долго находились? Нет. Сколько? Буквально минут 20-30. Но даже этого времени достаточно, чтобы замерзнуть. За последние 3 дня морозов два казанца обратились в травмпункты с обморожением, 18 с переохлаждением. В зоне риска строители и дворники. Тщательно продумывают свой, скажем так, распорядок дня, свое время пребывания на открытом воздухе. С Тимуром сидит Аделя, она живет в больших дермышках. Морозы уходящего февраля успели скорректировать учебный процесс. В некоторых школах республики сегодня отменили уроки. В 101-й столичной школе 30% учеников начальных классов продлили себе выходные. Дома остались те, у кого столбик термометра опустился ниже 30. Бабуля надеялась, что будет минус 27, и мы не пойдем в школу. Как не хотелось идти. Вот если в больших дербышках было минус 32, конечно, мы говорим, что детям не везти, но хотя автобусы все наши школьные были уже на месте, и детей мы могли привезти. И многие дети приехали. Вот одна рубашка, ну, майка там, все, больше нет ничего. Не замерзли? Так нет, конечно. Синоптики все же советуют утепляться. Над республикой холодный арктический воздух. Последний раз такой же морозный. Вторая половина февраля выдалась в 2011 году. Тогда тоже было ниже 25. Среда и четверг, значит, очень холодная погода ожидается с температурами 22-27 и до 31 местами в ночные часы. Днем температура воздуха успевает прогреться до минус 17 градусов. Все-таки чувствуется приближение весны, и от этого сочетания яркого солнца и зимнего мороза безумно комфортно белым медведям. Казанская медведица малышка, она вот сейчас нежится на солнце. А вот бурые коллеги-малышки пока не все активны. Вдыхает холодный воздух медведица Маша. Фомка вовсе еще не проснулся. У сотрудников казанского зооботсада свои приметы. Наш молодой Мишка еще не проснулся окончательно. И мы, в общем-то, думаем, что, наверное, весна будет, но не очень быстро наступит. Завтра, по прогнозам синоптиков, в республике снег. В юго-восточных районах Татарстана уже сегодня ухудшение видимости. После снова морозы до минус 27. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.